В нашій студії є вже перший гість. Андрій Іванов, старший капітан, голова яхтової академії. Ми вас вітаємо. Здравствуйте. Доброго ранку. Здравствуйте. Слухай, давай почнемо з того, що є така думка, що в період пандемії яхтинг набув найбільшої популярності. Це правда? Так, да, це абсолютно правда. І тут є одразу кілька речей, які дуже важливі. Во-первых, пам'ятаєте, во время епідемії очень важно, чтобы вы с меньшим количеством людей пересекались. В общем, яхтинг нам это дарит. Обычно яхты маломерный флот. Это от 6 до 8 человек. И в отличие от тех же каких-то автобусных туров или туров на автомобиле, вы на яхте приходите только в определенные закрытые какие-то порты. Или бывает у нас вообще там из мест стоянки какие-то красивые бухты, где только вот вы на лодке. Либо это красивая бухта, а в ней ресторан, и вы буквально швартуетесь к этому ресторану, и там таких, как вы, яхтсменов еще, ну, 5 лодок где-то. И поэтому меньше всего пересечений, и вы себе со своей компанией отдыхаете. Же, как це прекрасно. А якщо говорити саме вот про Україну, так, які популярні, можливо, в Україні маршрути і в світі? Ну, зрозуміло, що в світі багато є краси, так? Кіпр, Мальта. Так, угу. Что подивитись, а на что подивитись в Украине? Больную тему вы затронули. К сожалению, у нас особо нет никаких чартерных регионов, так как у нас либо побережье плоское осталось, либо сам Днепр. Он, в принципе, красивая река, Днепр, но, к сожалению, там еще недостаточно налажена инфраструктура. Они все это реформируют, так что это, скажем, ну, мы оптимизма не теряем. Уже и в Днепре есть новые яхт-клубы хорошие, Одесса, конечно же, развивается. Потом в Запорожье есть хорошие яхт-клубы, в Киеве много, конечно, хороших яхт-клубов, но еще вот пока что это все местечково, так, то есть, ну, не в плане местечково, но очень локально. Вот. В Днепре вы можете взять лодку и на ней покататься, но из Днепра дойти до Киева – это уже опасное приключение. Там со всякими на пути вам будут встречаться и монстры, и какие-то природные явления. В общем, все будет хватать. Речные какие-то? Чи... Да, речные монстры. Ну, какие-то люди. Только перепон на шляху будет выстачать. Очень много. Будут и соловьи-разбойники, которые будут штрафовать вас за что ни попадя. До речи, вы не имеете право штрафовать, чи ні? Ох, это сложный сейчас тоже момент, потому что у нас сама система... Давайте я вам чуть-чуть так затрону. У нас был когда-то ГИМС, это Государственная инспекция малых судов, именно то, что вот в Украине регулировало. Потом они как начали ее реформировать, и сейчас она называется у нас морская инспекция Украины, или как-то вот так вот. И это еще не последняя ступень реформы, скорее всего. Так. И вот пока это все развивается, попутно у нас водную полицию. И они каждый отвечает за свой какой-то формат. То есть водная полиция может оштрафовать вас за то, что вы, например, там, я не знаю, кого-то ограбили, да, допустим, или куда-то заехали не туда. Но они, по идее, не имеют права штрафовать вас за то, что вы, допустим, там без диплома и так далее. Ну, то есть у каждого своя резиденция. А потребно диплом мати для того, чтобы керувати яхтою? Во всем мире вам не нужен диплом, чтобы управлять яхтой маломерного флота. Но в закрытых водных каких-то акваториях, там, допустим, реки, озера, обычно нужен диплом. Если мы говорим о Днепре, то диплом нужен. Если мы говорим об Одессе и вообще нашем море, да, к которому у нас есть выход, то диплом не нужен. Але здавалося б, море, воно ширше, більше, там більше яхт є. Очень интересная штука, потому что любая абсолютно страна в мире имеет выход к морю. Так. Даже если вы возьмете Беларусь, там, кого давайте, Швейцарию, Монголию, у них у всех есть выход к морю, потому что первая страна, которая, ну, как бы стоит ближе всех между ними и морем, да, вот, который меньше всего территории преграждает, она обязана предоставить им ну, какие-то территории для того, чтобы те верфи там построили и так далее. И поэтому абсолютно представьте, любая страна, в которой, например, люди бегают до сих пор с копьями, да, там, за гепардами, они могут иметь свой выход к морю и иметь, собственно, своих капитанов. Но, как вы понимаете, у этой страны с документами трудновато. Так. Ну, то есть, ну где он там кровью козы на шкуре напишет тебе, да, вот у меня документ. Поэтому, как бы, в маломерном флоте разрешено капитанам, ну, вообще по миру, не иметь документов. Потому что, ну, чтобы не ограничивать вот этих ребят, да, которые там с какой-то умпа-лумпы приедут, вот, и у него нет документов. И получается, как это, с него не спрашивают, а с нас спрашивают. В общем, нечестно выходит. И поэтому пришлось всем капитанам маломерного флота разрешить, в принципе, ходить без документов. Но это не касается крупного флота, потому что, ну, там уже можно... Но там же масштабы трішки більші. Да, там другие масштабы можно навредить посолідні. Слухай, а як стати от капітаном яхти? От, наприклад, якщо от я ніколи не займався цим видом спорту, у мене ніколи не було яхти. І тут я думаю, так,
Треба поплавати. З чого потрібно починати, окрім того, що купити яхту? Ну, во-первых, покупать яхту не нужно. И нужно для начала вообще решить, что ты хочешь. Потому что яхтинг — это не вид спорта. В яхтинг — это вид деятельности. В нем есть спорт, а есть круизы, путешествия. Тобто є спорт, а є комерція. Нет, нет. Круизы, путешествия — это не коммерция. Это больше, ну, то есть вот изначально мы делим. Спорт — это где вы садитесь на яхту, туда на другие яхты садятся люди, вы именно гоняете. И возмогаете, во-первых, да? Да-да-да-да, это именно соревнования. А второй вид деятельности, или точнее первый, он был первее, это сесть на яхту и куда-то отправиться, в Антарктиду там и так далее. Это тоже вид отдыха. И если в Антарктиду это максимум, да, который можно себе позволить, или кругосветные путешествия, то отправиться куда-то в ближайший городок, там выпить какого-то просека, это такой минимальный вид путешествия. И вот это первое, для чего, ну, нужно понять, во что ты хочешь удариться. В спорте там драйв, класс, в общем, ух, очень все захватывает. А в круизах тот же драйв, но его дает непогода, например, если ты в нее попадаешь. И, допустим, если ты не хочешь никакого драйва, то выходишь только в хорошее, свободное, светлое время, в спокойную воду, и можно брать с собой детей, семью и так далее. Это вот первое, с чем нужно определиться. Хочешь в спорт или хочешь в круиз? Так. Дальше уже покупать лодку не обязательно и становиться капитаном не обязательно. Тобто її можна просто взяти в оренду чи орендувати яхту разом з капітаном? Можно либо вообще купить билетик и отправиться в путешествие как пассажир. То есть даже не быть основным заказчиком, а кто-то куда-то едет, и вам предлагают купить там место в каюте или всю каюту. И так можно либо на одной маленькой лодочке взять, либо там 20 лодок, 30 лодок куда-то идет. Это мы называем флотилией. Там очень весело, вечеринки, в общем, все, все круто. А вот люди знакомятся между собой. Обычно на одной лодке складывается такая очень классная душевная атмосфера, дружеская, и эти люди потом дружат еще годами после этих флотилий. Вот. То есть можно быть просто туристом, даже если у вас нет друзей, вы их найдете обязательно в яхтинге. Дальше. Если друзья уже есть, но вы еще не хотите становиться капитаном, или, ну, это там долго, да, допустим, для вас может быть, то вы просто берете лодку в аренду, нанимаете туда капитана, и он управляет этим всем делом. Цікавий момент з приводу вечірок, так, на флотилях. Вечірки проходять локально, на кожній на своїй яхті, чи десь ви швартуєтесь, і там уже на пляжику, як то кажуть? О, очень много форматов есть. Можно, ну, во-первых, пока лодки идут из точки А в точку Б, там вечеринки все время проходят. Ну, именно сами на своей лодке. Класс. Потом мы куда-то приходим, например, на какой-то пляж. Лодки объединяются в какую-то конструкцию. Мы можем, как и вывалиться все на пляж, там разжечь какой-то костер. Это вечеринки возле костра. Они, знаете, я заметил, вот прям больше всего сближают все команды. То ли огонь как-то вот на нас еще действует до сих пор. Душевно. Да-да-да-да. Вот. И очень классно, вы здесь на пляже, тут у вас костер, тут у вас вода, там луна, тут яхты. Это а можно же и в гости походить, на соседнюю яхту? Да, конечно, да. Все туды, в результате туды, уже туды. Там, потом ты считаешь у себя людей на борту, там только трое, где все остальные? А потом напоминаешь, да, твоя яхта? Главное, не ходить в гости, когда яхты плывут. Ну, мы, в принципе, все одним косяком плывем, поэтому бывает, когда прямо лодки идут, и люди переходят с лодки на лодку. Ну, от умовно, якщо є команда, так, є яхта, які маршрути, якщо ми говоримо зараз про світ, обирають українці? Кудою вони люблять, якими маршрутами, чи де подорожувати? Хороший вопрос. Тут, знаете, у нас выбор сейчас не очень большой, потому что нас принимает только Турция. Вот сейчас скоро начнет принимать нормально Греция, сейчас это только уже вот развивается. И Хорватия. Это те страны, которые были рады нас видеть вот, ну, в период пандемии. Европа понемножечку открывается, но пока что вот только Греция открылась. И все. Так что сейчас украинцы очень любят Хорватию и Турцию, потому что только туда можно прилететь. Но турки и хорваты, они тоже молодцы, они скидки нам делают. Кроме того, сейчас другие страны, например, закрыты для Турции. Ну, то есть из этих стран не пускают людей туда. И таких стран достаточно много, и поэтому турки очень рады нам. Тому що ми можемо туди к ним прилітати. А є такі ситуації, коли, ну, маршрут є, ти з ним визначився, але десь ти там щось відбився від того маршруту і заплив там, грубо кажучи, туди, куди не можна. Є ж такі місця, де не можна там чи підпливати до берега, можливо? Так, звісно, є. Але капітани об'язані знати ці місця, тому у нас такого майже не случається. Не трапляється. Ну, розуміється, іноді можна прямо куди-то не туди заплити. Навіть я можу вам розказати історію, як я заплив случайно в Сполучені Штати Америки. Так, вже цікаво. Так, да, і ми, в общем, ми виходимо на берег,
И, ну, это было давным-давно, но мы выходим на берег, меня там встречают, в общем, полицейские США. Ну, я смотрю, значки, знаете, вы всегда их из фильмов видите. Вот. И они такие: «Что вы здесь делаете?» Я такой: «А вы что здесь делаете?» Ну, типа, так, со своими значками. А куди ви плили? І ви такі: «Хм, це Америка, а куди ви плили?» І ви не зрозуміли, що це Америка? А, ну, слушайте, всякое бывает. У нас була непогода, вот, і ми вирішили пристати на одному острові. І от ми пристали, в общем, на цьому острові, а там оказалось, що це територія США. Вот і все. А що це за острів був? Це Порто-Рико. Вас якось там штрафували чи виганяли звідти? О, це дуже хороша історія. Нас хотіли штрафувати, но яхтсменам разрешается на 3 или более дней прийти в любую территорию, в общем, и получить там определенные блага. Это не вопрос посещения государства, это вопрос безопасности. И вы приходите, и там нам нужна вода, еда, там, если что-то поремонтировать, или кто-то заболел, его надо полечить, или почту какую-то получить, передать, вам обязаны это все предоставить. Безкоштовно? Да, это по морскому праву так. Типа, ну, тобто, ситуация была урегулирована максимально в вашу користь? Не совсем. Случился маленький инцидент, из-за которого нас забрали в отделение где-то на часов на 12. Так. Вот. А, мы приехали, они, в общем, что вы тут делаете? Мы, типа, вы что тут делаете? Они, ну, вообще-то это наша страна, ну, мы, ладно, окей. И они сказали, что нам нужны визы. Я им тут же сказал, что визы нам не нужны. И они говорят: а, вот на такой случай у нас есть специальные платные визы, в общем, на 6 месяцев примерно. Они стоят $500. Нас было четверо. Я говорю: ребят, извините, $2000 нет. Давайте что-то другое придумывать. И они: ох, ладно, ну давайте мы тогда будем вас обыскивать. И они стали нас обыскивать. У США на тот момент была с Кубой достаточно большая проблема. И они спрашивают: в общем, вы были в Кубе? Ну, потому что там вот... А вы были в Кубе? Да, мы были в Кубе. Но я, конечно, говорю, что мы не были в Кубе, но у нас вот такая карта Кубы, знаете, подарочная, так. На столе лежит, прям только купленная в Кубе. Вот. Они так: ну ладно, в общем, видят эту карту. Ну, мало ли, как она там могла оказаться. Потом спрашивают: а на соседних островах бывали? Мы такие: нет, вы что, ваш первый. А у нас холодильник набит едой с соседнего острова. А пришлось выдумывать какую-то просто небылицу о том, что мы встретили других яхтсменов в море, которые передали нам еды, потому что мы голодали, мы только поэтому к ним пришли. Но потом они нашли у нас под полом, лодка сама, она вот такая, поэтому мы ходим по неким таким половым конструкциям, они называются паёлы. И обычно под ними там, ну, какой-то трюм, назовем это так, да, и туда складываются какие-то вещи, которым тебе не нужен доступ прямо сейчас. И у нас там было около где-то 5 или 6 килограмм сахара рафината. А, вот, ну, то есть мы его положили в такой полупрозрачный синий пакет, знаете, вот. И этот парень ищет там что-то, и такой: это что-то. И достает такой пакет полупрозрачный синий, в нем всякие кристаллы, типа: что это такое? Вот. Ну, а я стоял от него довольно далеко, и я пытаюсь ему объяснить, что это сахар, ну, sugar. Но sugar — такое слово, которое, ну, типа, нельзя громко нормально сказать сначала. Я sugar, sugar, он what? А у меня за плечами стоит мой помощник, и он сделал, о, боже мой, ужасный жест. Он такой, типа... И все, и нас. Да-да-да, нас в отделение, этот сахар на проверку, и все, к нам вызвали специального какого-то агента Смита. И мы в такой пустой комнате со столом металлическим, знаете, и с его... Ну, Допыт такие, так? Да, но у него уже в руках была папка вот такая где-то на меня. С моей почтой, всякими соцсетями там совсем на свете. Он там: Андрей, здравствуйте. Ого. Как у вас дела? Швидко вони працюют? Да, ну как быстро. Где-то в течение 2-3 часов они это собрали. Мы пока... Але ж, вот такое досье. Да-да-да-да-да, вот, это было такое, ох. Ну, конечно, нам там и сетчатку пофотографировали, в общем, все. Ну, это тоже туда входило. Кстати, фотографирование сетчатки — то еще разочарование. Вот вы в фильмах видели, наверное, да, там такие лазеры. Да. Нифига. Вот, просто смотришь себе в глазок. А потом после этой фотографии нормально око бачить? Да вообще, ну просто вот. Знаешь, такие фотоаппарат с плевкой. Да-да, буквально, но да-да-да. Вот. И что мне понравилось, они были тогда, это было еще до Трампа, и они были настроены на то, чтобы этот конфликт решить. Поэтому он буквально мне подсказывал, что говорить. Ух ты. Ну вот я сижу, он там типа, ну там разговор на английском, я уже переведу более-менее. Он: вам нравится правительство вашей страны?
И ты такой сидишь, ну, кому нравится его правительство? Он такой, ага, так, проблемы с правительством. Ну, я вижу, где он там что-то прописывает, галочки проставляет. И была непогода. Такой, ну, вообще была. Ну, сейчас было так более-менее, но вообще была, конечно, непогода. Хорошо, зашли за непогоды. Ну, то есть вот он сам записывал, знаете, то, что ему надо. И, молодец. Да, в результате нам дали этот самый возможность оформления беженства на материке, но мы им как-то не воспользовались. Грубо говоря, возможность оформления беженства с видом на жительство. Но мы как-то настолько растерялись, что такие типа, да нет, нет, того, спасибо, нам не надо. После того, как вы возите с собой цукор? А, да нет, как-то последний. Да. Да. Слухай, ти сказав, що ну, це епічна історія, так, що ви зустріли когось у морі, ви обмінялися їжею. А є такі реальні випадки, коли ти зустрічаєш інших яхтсменів, ви якось там швартуєтесь один до одного і обмінюєтесь? Ну, вони дружелюбні взагалі? Да, но это редко встречается прямо посреди моря. Посреди моря это если вы именно со знакомыми встречаетесь, тогда такое есть. А если вы других яхтсменов именно встречаете, то это чаще в таких яхтенных мекках. То есть если мы говорим о путешествиях, то вот люди, которые куда-то далеко путешествуют, у нас есть такие узлы, скажем, да, такие хабы, где мы вот все пересекаемся. И там, конечно, максимально дружеская, да, обстановка. А, ну, представьте, кто-то идет из какой-то там, я не знаю, Бразилии в Африку, там кто-то идет из Португалии куда-то там в Канаду, и вот все эти люди вот так вот пересекаются, у них у всех одинаковые взгляды на жизнь зачастую. Кто-то там из Северных морей в юга, кто-то там из цивилизации куда-то класс. В страны третьего мира. Вот. И очень по-разному, разный уровень достатка у каждого яхтсмена. У кого-то на борту буквально куры пасутся, там свиньи. Серьезно? Вот. Да, ну, ну прям, бывают так. Такие плавучие фермы прям. Вот, вот люди а живут, круто. И у них вот буквально вот все, что им нужно. А у кого-то там суперсовременный космический корабль, я не знаю, у него синтезируется еда прямо в какой-то. Ну, это такие яхты, которые там 30 и больше метров, так? Ну, бывают и маленькие, но достаточно навороченные. И вот и все они, в принципе, с одинаковым духом более-менее, так что... Давайте так, а сколько коштует, ну... Ну, найменше, хоча б така, ну, просто симпатична, хороша яхта. Тут важно размер оценить. То есть, если вы хотите брать какую-то лодку, на которой можно отправиться там куда-то далеко-далеко, то у нас, например, наши соотечественники ходили на 30-футовых лодках, ну, это там 10 метров, даже меньше. Так. А, на 25-футовых лодках ходили, вплоть до того, что до Антарктиды доходили и так далее. Там, конечно, условия достаточно спартанские, то есть ты... Ну, добре, там 10 Если... метрів. От я захотіла собі яхту, 10 метрів мені достатньо. Про яку суму загалом йдеться? Давайте ми все-таки для вас підберемо щось менш спартанське, да, вот, щоб там хоча б був туалет. А, вот, тогда это будет около 30 тех же футов, ну, вот как раз 10-метровая. Ну, давайте даже 35-футовую возьмем, это вот именно там 11 метров, давайте. І это будет порядка 100 тысяч долларов. Тобто така не дешева задумка. Ну, это если она будет новая или свежая хотя бы, то есть, ну, купленная год-два. Но если вы будете брать десятилетнюю и где-то еще как-то, то и лодка с туалетом, и с кухней, и там двумя-тремя каютами обойдется вам, может, даже в 50 тысяч. Але все одно, тут діє правило, як з автомобілем. Ну, наприклад, якщо брати п'ятирічний автомобіль, так, ну, там менше потрібно обслуження його. А якщо взяти 15-річний, то там вже, відповідно, більше. Тобто, да, якщо конечно. Ти береш лодку там, за 50 тисяч доларів, то 20 або 30 ти ще в неї вкинеш, аби вона була на ходу, правильно? Примерно так. І ще залежить від того, де ви купили лодку, хто був до цього владельцем. Общем, тобто пробіг може бути скручений. По суті, ну, не то, щоб по яхті видно сильно, де у неї там скручений пробіг. Це, знаєте, автомобіль можна більш-менш там довести так. До ума. У яхти слишком много деталей. Це одновременно і дом, і гараж, і автомобіль, вот. А слухай, а проведи такий майстер-клас, от як вибрати яхту? Ти сказав, що видно, де вона вже зношена, так? Вона вже поплавила своє. На що звертати увагу? Тут есть просто такой большой чек-лист, по которому ты идешь и так вот это проверил, вот это проверил. Разумеется, электроника очень сильно страдает. У нас же сырая среда в целом, да, поэтому все провода там могут окислиться и так далее. Бывает, на это судовладелец там, покупая яхту, не посмотрел, а потом открывает, у него просто все такое закише, вот-вот загорится все. Электроника просто, когда закисает, она начинает коротить, и, ну, могут быть уже искры, пожары. Так уж хочу вас запитати про регати.
Угу. Як це загалом відбувається? Де про них дізнаватись? Чи можу я, наприклад, особисто брати в них участь? Це потрібно збирати команду чи якось долучатись до когось? Як загалом от відбуваються оці змагання? Угу. У нас здесь в Києві проходять соревнования достатньо часто. И среди, скажем, таких монотипов. Монотипы — это когда у вас все лодочки одинаковые. Mm-hmm. Вот, это буквально каждый выходный у нас проходит. Если вам интересно, вы можете к этому присоединиться, просто приходите к ним. У нас на Киевском водохранилище и еще периодически, ну уже пореже, это проходит именно на Днепре. Mm-hmm. Буквально их смены оккупируют Днепр, и вы могли иногда видеть такие... Да, бачили. Просто много-много парусов. И обычно, если Днепр оккупируют, то это буквально вот все, что есть, выплывает. Вот. И большие, и маленькие. У нас есть специальные системы, которые позволяют, ну, грубо говоря, в Феррари гоняться с запорожцем. Mm-hmm. И получается, что ты на Феррари, может, и приедешь самый первый, потом типа дня спустя два где-то приедет запорожец, и он победит. Вот, а потому что так? У нас пересчеты. Если вы... Ну, мы понимаем вашу максимальную скорость, mm-hmm. да, доступную для вашего корабля, и высчитываем, ну, шли ли вы с этой максимальной скоростью. Mm-hmm. И для каждого своя максимальная скорость разная, поэтому не обязательно первым финишировать, чтобы победить в регате. Окей, но это если разные лодки. И это случается у нас, скажем, ну, может, раз в месяц, там, mm-hmm. два раза в месяц такие регаты. А каждую неделю у нас гоняются на одинаковых лодочках, где не нужны никакие пересчеты, там реально пришел первый, значит, mm-hmm. ты пришел первый. И это очень красивые лодочки, они 25 футов, ну, чуть меньше 10 метров. Там есть место где-то для 5 людей, угу. и вы можете прийти буквально даже вообще не имея никакого опыта, сказать, я хочу вот в команду. Ну круто. И вас просто посадили на эту лодку. Угу. Это стоит там каких-то денег, ну очень подъемная цифра. Ну, в принципе, для відпочинку нормальная сумма, так что можно абсолютно легко. Ну. Маю ще одне запитання, точніше, з власного досвіду скажу. Точніше, навіть не з власного досвіду, з чужого, але я його побачила. Бачила історію з Тимуром Мірошниченка, ведучого. І він часто там своїми друзями бере участь в всяких цих регатах за кордоном. І він виставляв якусь таку смішну історію з типу, чого українці приходять першими. Каже, тому що дуже багато професійних різних слів. Uh-huh. І поки оці всі люди скажуть, що, куди, хто робить, каже, а в нас дай мені ту штуку, подай те, принеси от того, ось цього. Каже, і ми розуміємо одне одного швидше. Чи дійсно треба володіти оцим багажем професійних слів і назв, щоб вигравати? Да нет, и вообще я большой противник терминологии, честно, потому что вы должны понимать суть процесса и что эта штуковина делает. Так что ось того и ось того это очень... Целком працюет. Тут знаете как, профессионалы между собой вообще молчат. Ну то есть, типа, мы все и так понимаем, что надо сделать в какой момент, поэтому иногда можно только глянуть на кого-то, ну ой, простите, я забыл что-то сделать. Вот, а потом... Если это какие-то полупрофессионалы, то у них обычно все пи-пи-пи, дай мне пи-пи-пи, вот. А если это новички, то они и так не понимают, что там происходит. Поэтому ему что говорить какими-то профессиональными словами он не поймет, и что там опять-таки пи-пи больше работает, вот mm-hmm. и все. И еще позволяет передать, знаете, скорость выполнения заданий, которые надо сделать. А поэтому по терминологии это в основном только береговые яхтсмены, которые сидят, все, что в их жизни есть от яхтинга, это терминология, вот они ее используют. А так, по минимуму. У нас даже раньше мы терминологию использовали, чтобы каким-то техникам сказать, что поломалось. Ну, знаете, там мы классно погуляли, вот у нас мачта упала, там типа ахтерштаги оборвались, там, я не знаю, ван путинцы повырывало. В общем, это вот вам немножечко каких-то слов. И они сидят такие, ага, ну понятно, все, будем чинить. А сейчас ты им это все говоришь, они такие, а можно фото? И ты просто им фото и в каком-то мессенджере отправляешь. А, Вася, так отправляешь. Та штука, что крутится. Да-да-да, вот, и они сами уже с этой терминологией не очень дружат. Так что все идет в сторону упрощения. И тут можно сказать, что, знаете, о боже, это мы деградируем, mm-hmm. все в сторону упрощения. Но именно вот это упрощение позволило максимальному количеству людей сейчас приобщаться mm-hmm. к яхтингу. Потому что раньше как раз знай много терминов, учи навигацию, там учись управлять, подчиняться и так далее. Сейчас этого всего не надо. Производители делают яхты максимально удобными, можно справляться в одиночку. Uh-huh. Мы, например, в академии учим людей именно управлять яхтами в одиночку. Uh-huh. А потом по навигации все уже привыкли к GPS-ам, поэтому ты всегда знаешь, куда идешь, и поэтому у нас не бывает вот таких ситуаций, как, допустим, еще тогда было у меня. А, вот. И... Потом по поводу терминологии тоже. Ну, во-первых, ты можешь уже в интернете быстренько посмотреть, что это такое, зачем оно. А потом школы ориентированы на то, чтобы давать вам как бы материалы, которые вы будете повторно использовать.
в общем. Угу. Слухай, ну давай тоді не завершимо. І ще одне питання. Ми вже поговорили, як вибрати яхту. А є таке, ну я чесно хочеться дізнатися твою думку, як це в Україні популяризовано чи ні? Коли ти купуєш яхту, ти можеш її оформити або зареєструвати, так? На Мальту, на Кіпр, під іншим прапором. Які взагалі бенефіт це дає? Ну, где-то 40% от стоимости лодки ты выигрываешь вот так на чуть-чуть. А, допустим, вы купили лодку за 100 тысяч. Да? Ну, вот маленькую лодку, на которой можно ходить. Если вы ее оформляете под украинский флаг, насколько я помню, там это около 37-38% ее стоимости нужно будет... Плюс. Да, за оформление. И поэтому, ну, и это не только в нашей стране такие законы. Да, вот много где, это растаможка называется. Чтобы растаможить судно, вам придется заплатить достаточно много. Кроме того, если вы растаможили уже свой корабль, он становится открытым для всяческих ваших властей. А в нашем государстве не очень хочется, знаете, чтобы к тебе на борт приходили какие-то санэпидемстанции, какие-то пожаротушительные там ребята и тому подобное. И рассказывали, здесь у вас датчик не стоит, здесь у вас этот. Нормы и ГОСТы у них могут быть еще какие-то советские. И все такие, воу-воу-воу. Этого боятся. Поэтому оформляются вот такие вот временные ввозы. Ну, то есть вы регистрируете лодку на какой-то удобный флаг. Например, флаг Ямайки. Вам даже не надо приезжать в Ямайку. Просто звоните. Хочу ваш флаг, они тебе его по почте присылают. Держи тебе флаг, да. Вот. А документы? Тоже по почте присылают. Вот и все. И вот ваша лодка зарегистрирована. И так со многими удобными флагами происходит. Есть как бы более-менее серые флаги, да, есть черные, прям такие ужасные какие-то офшорные зоны. Но в нашей стране это дает определенное преимущество, если вы где-то там на море. Потому что временный ввоз оформляется на год. То было сделали на 3 года, но сейчас вроде убрали. И это опять, скажем, временный ввоз на год. То есть вам раз в год надо обязательно покинуть страну. И опять потом, ну, мы, честно говоря, уходим просто за границы, потом опять возвращаемся. И все, это работает. Но в некоторые государства уже под такими флагами вас могут не пустить. И все, они там, например, скажут, не-не-не-не-не, там типа разворачивайтесь. Но лучше, чем вообще без флага, потому что если вы будете вообще без флага ходить, то у вас просто заберут лодку в первом же порту и все. Многие просто забывают, что флаг — это вообще как бы очень такая военная штука. И, грубо говоря, если ваша лодка зарегистрирована, допустим, под флагом Ямайки или Украины, да, то у вас ее не заберут где-то в Британии только потому, что правительство Украины потом скажет, почему вы у нашего подданного забрали лодку. А если у вас лодка вообще без флага, да, вот я не знаю, там, как это случилось, вот. Но вы придете, у вас, вы чьи? Такие, там мы тут сами по сути. Там мы тут сами по сути. Ну, отлично. И забрали у вас кораблик. Вот и все. Так что удобные флаги, это классно, но есть свои нюансы. Мы тебе дякуємо. Дякую, що розпочав компанію, свій ранковий мацеон у нашій компанії. Друзі, у нас Андрій Іванов, старший капітан та голова яхтової академії. Шановні пані та панове, той момент, який ми не дуже то полюбляємо у наших ранкових бадьорих ефірах. На сьогодні все. Зустрінемося завтра, у четвер, на каналі «Правда тут», у бадьорому ранковому шоу «Правда тут лайф». Ми з Машою Гречковою будемо вас радувати, веселити і будемо говорити про найважливіше. Ну і не забувайте, як казав Макс на початку нашого ефіру, що середа – це маленька п'ятниця. Тому організуйте собі хоча б мінімальний відпочинок ввечері, а поки що я вам бажаю вдалого роботи. Чого дня.